Кабан, это твои? А, были, что ли, ты хочешь сказать? Дарил Владимирович. Да положи, что ты. Там мало ли что. На взвешивание вышла. Сейчас через 5-10 начнется. Украина. Уже пора взвешиваться. Да, да, конечно. Зафиксируй, Володя. Володя, зафиксируй. Это у нас давай, будет что? Многоповторный. Многоповторка, да. Многоповторный жир. Как же нам его обозначить? Так, вес какой будет штанга? Какой максимальный? А какой? 55? Уже, что? 55. 20, 55. 55, да? Обычно на соревнованиях все заканчивается. В моем же случае с соревнований все только началось. Это было 20 октября, и я приехала на взвешивание перед Кубком Украины. Планировалось выступление в многоповторном жиме лежа. 60. Да. Вставай. Судьи, занимайте свои места. Подожди, что я уже? Под рабочий став, ребята, под рабочий. 55. Стояло правильно. Давай, Настя, что бьёшь? Да. Вес установлен. Сейчас посчитал, ты мне говоришь, 5 или 10 там. Вес установлен. Муратова Анастасия. Давай. Мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион страны. Подходит к снаряду 55 килограммов. Класс Кубы. Привет! С момента соревнований прошла уже неделя. Я восстановилась, отдохнула, как следует отъелась. И теперь я подумала, что пришло время пересмотреть свои приоритеты. Я решила похудеть. Для того, чтобы реализовать поставленную цель, то есть похудеть, сбросить максимальное количество килограмм, я себе отвела один месяц. Для того, чтобы сделать то, что я наметила, я думаю, что у меня хватит и опыта, и знаний. Я ведь все-таки мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и по жиму. И как все я это буду делать, как это будет происходить, сам процесс, можно будет увидеть далее на видео. Сейчас я выгляжу как типичная такая жирная лифтерша. И, собственно, внешняя форма моя выглядит вот так. Сейчас осень, и логично именно в это время начать закаливание. Закаливание в умелых руках – это отличный инструмент для того, чтобы поддержать свое здоровье, поддержать свой иммунитет, что очень важно во время сушки, во время похудения. Собственно, сейчас я вот и искупаюсь. Чувствую себя крейсером «Аврора». Текущая форма оставляет желать лучшего. Чувствую, что нужно сбрасывать, причем сбрасывать хорошо, как бы не пятерочку или даже больше килограмм. Ну вот примерно вот так я сейчас выгляжу.
неофиток в спорте, в фитнесе часто можно слышать, что они, может быть, и хотели заниматься чем-то более интересным, более сложным, более эффективным, чем предлагают стандартные фитнес-программы, но их отговаривают их фитнес-тренеры, их отговаривают их молодые люди, спутники жизни. И в этой ситуации вот что важно понимать. Чем руководствуются первые и вторые? Первые, естественно, не хотят потерять своего клиента. Конкуренция высокая, и с трудом можно представить ситуацию, когда фитнес-тренер говорит: «Хорошо, иди занимайся пауэрлифтингом к дяде Васе», например. Трудно представить. Вторые пребывают в плену стереотипа. Они один раз посмотрели соревнования, где выступают профи, и им теперь кажется, что все пауэрлифтеры выглядят именно так. И им невдомек, что форма большинства, ну или, по крайней мере, многих очень популярных, продвинутых фитнесисток, фитнес-бикини сделана не теми упражнениями, не теми фитнес-программами, которые они показывают, транслируют через медиа. Эти формы, они сделаны с помощью тяжелых базовых упражнений из тяжелой атлетики и пауэрлифтинга.
паузы сделать что-то. Комплекса только разогрелась. Можно продолжать тренировку. Наша тренировка закончена, и теперь заминочный комплекс, который представляет собой протяжку рывком хватом с полной координацией, приседание со штангой над головой и тяга рывком хватом.
было весело.